немножко. Нет. Коксик, добрый вечер. Ой, Зубок, как вовремя ты пришел, ты просто молодец. А я всегда вовремя прихожу. Тебе что, помощь нужна? Да, конечно, нужна. И что я должен сделать? Придумать, как мне достать вот эту вот книжку. В ней, знаешь, какие картинки? Целый день можно смотреть и не надоест. Правда? Да. Эх, зачем только енот чье так высоко поставил? Да, зачем? О, Коксик, а я придумал. Правда? И что придумал? Я придумал, как книжку достать. Коксик, ну, сначала скажи, ты высоты боишься? Я? Да как ты мог вообще такое обо мне подумать, а? Ну, ладно, ты не обижайся. Лучше слушай, что надо сделать. Надо взять табуретку и поставить на этот стул. Так выше будет, а? Точно. Как же я сам-то до этого не додумался. Значит так, встанешь на стул, потом на табурет. Вот... И вот она, наша книжечка. Ну что, хорошая идея? Просто отличная. Сейчас мы так и сделаем. Да. Ну, что ты стоишь? Да. Тащи табуретку. А, с удовольствием, сейчас. Так, ну что, сюда она хорошо встанет. А, вот, Кокси. А. Вот так вот. А. Так. О, отличненько, а? Да, так, табуретка. Готово. Я полез. Аккуратней. Ага. Так. И раз. И два. Так, на стульчик. Теперь на табуретку. Так. Ну так. Вот. Почти справились. Аккуратней. Так. Иди сюда, наша книжечка. Ой. Да что такое? Я опять ее достать не могу. Ты не расстраивайся. Мы сейчас что-нибудь под табурет-то подложим подходящее. Так, надо только найти, что подходящее. Вон, так. Вон, тетрадка толстая, я ее отсюда вижу. Вон там. Ага, подходит. Так, давай. Это мы сейчас и положим. Ага. Так. Ой, 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 ой! А, Коксик, ты не ушибся? Ой, нет. А? Да нет. Ой, Коксик. Диван у нас мягкий, и зонтик, кстати, оказался. Я так за тебя испугался. Я, по правде говоря, тоже немного испугался. Но все закончилось-то просто здорово. Да? Ты в этом уверен? А как же? Вот я жив-здоров. Правда, книжку пока не достали. Зато придумали, как это сделать, так что все в порядке. Так, что тут за шум такой? Ой. Что происходит? Ничего страшного, Енотыч, это я упал. Что? А как ты мог упасть? А, очень просто, меня тетрадка подвела. Да мы ее под табурет подложили, чтобы, ну, чтобы книжку достать. А табурет взял, да и съехал. Вот что я вам скажу, друзья мои. Чем тетрадку под табуретку подкладывать? Лучше бы вы ее открыли да прочитали, что там написано. Да? А что там написано? Всякие полезные вещи, вот что. Я их на память записал. Думал с вами и своим жизненным опытом поделиться. Так делись скорее, Енотыч! Слушайте, вот. Памятка первая. Мойте руки перед едой. Так мы их и так моем. Ну да, иначе как же пальцы после еды-то облизывать? Памятка вторая. Не облизывайте пальцы после еды. Это некрасиво. О, да. Как интересно. А вот, кстати, и третья памятка. Забираясь наверх, пользуйтесь лестницей, а не всякими там... тумбочками, табуретками и тетрадками. Да почему? Потому что так и до беды недалеко. Сами видите, если вот так ставить одно на другое, все это сооружение обязательно развалится. И это тебе, Коксик, еще повезло, что о, диван рядом стоит. А то можно так свалиться, что придется в больницу ехать и долго там лечиться. О, нет, нам такого не надо. Вот и я так думаю. К тому же книжку проще достать с лестницы. Она прочная и высокая, а главное,
специально для этого придуманная. Ой, точно. Как это мы про нее забыли, а? Это, наверное, от того, что я хотел поскорее книжку достать и картинки посмотреть. А за лестницей-то надо, о, в сарай идти. На это есть еще один совет. Если что-то собрался делать, то не торопись, а сначала хорошенько обдумай, как это лучше сделать аккуратно и безопасно. Усвоили? Да, а, ну, да, усвоили. Коксик, а давай принесем лестницу и достанем книжку. А давай. Ну, нет уж, книжку будем завтра доставать. Сегодня поздно уже. Так что давайте-ка прощаться с ребятами. Давайте. До свидания, ребята. До завтра. Всего вам самого доброго, ребятки. Время чудес пролетело. Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях.